Всем привет, с вами вновь я, Лего Мастер, и сегодня у нас еще один день постройки самоделки на тему Вторая мировая война под названием «Битва за мост». И к этому дню произошло много изменений. Было доделано 4 пластины. Первое, что изменилось, это вот эта вот дорога, которую я показывал вам в предыдущем видео. Также доделался вокруг нее рельеф. Вот здесь вот эта деталька не Лего, это Мегаблокс. Потому что, к сожалению, к концу работы начались заканчиваться детальки Лего, и в итоге пришлось использовать Мегаблокс. Но мне кажется, что выглядит он здесь в тему, поскольку тут по плану такая участок выжженной земли. А поскольку у Мегаблокса не просто детальки одного цвета, а с различными добавлениями, выглядит ничего. Потом дальше у нас выше у нас просто зеленая полянка, которая идет от тех окопов, которые я показывал ранее. После выжженной земли у нас идет небольшой переходик снова в растительность. И также идет вот такая вот полоса буйной растительности, придает некого объема самоделки. Кстати, из-за того, что вот здесь вот используются детальки не Лего, произошли некие проблемы, такие как то, что вот здесь вот прогибается пластина сильно. Вся приподнята, и она стоит не на столе, а так вот поднята в воздух. И вообще, чтобы все было хорошо, нужно было бы вот здесь вот скрепить, но поскольку у нас самоделка разборная, смысла этого делать нету. Ну и как я сказал ранее, начался заканчиваться материал, так что вот там вот, ну, тут должен быть песок, там все вроде бы правильно, но видите, такие вот немного хаотично разбросанные детальки. Выглядит не самым лучшим образом, но поскольку вы знаете из первого выпуска, там будут танки, поэтому этого минуса не должно быть заметно. Ну и вот здесь вот у нас финальная часть. Здесь у нас будет лес, из которого будут выходить солдаты противника, а именно немецкие солдаты. То есть снизу у нас пехота, вот где-то примерно здесь десант. Ну, а сверху танки. Также хотелось бы сказать то, что в следующем выпуске будет происходить максимальная детализация. То есть здесь вот появятся деревья. Будут оборудованы окопы. Также блиндаж, которого пока что нету. Ну, потому что он мешался, решил его отделить, чтобы было легче строить вот эту часть. Ну, а также будет уже внутреннее оформление блиндажа, появится растительность везде, где бы ее хотелось видеть, всякие уже кустики пойдут, ну, такие вот чисто декоративные вещи. Ну, а в последнем выпуске вы увидите всю эту самоделку в сборе, с фигурками, с техникой и со всем, что должно быть. Ну а я надеюсь, вам понравилось это видео, вы поставите лайк, напишите какой-нибудь приятный комментарий. Ну, а с вами был я, Лего Мастер. Всем удачи, всем пока-пока.